19 сентября 2023 год. Это у нас заходящее солнце. В принципе, я сейчас буду пытаться ловить МКС. А солнце это как бы просто бонус. Удивительно то, что еще совершенно светло. Сейчас мы луну поймаем. О, вот она наша красавица. Ну и сейчас, в принципе, дело в том, что, конечно, ну, видели солнце, да? 18:39, вот прямо сейчас. Буквально. Слева от Луны. Должен пролетать МКС. Вот буквально через несколько секунд. Наверное, все-таки не хватит. Все, уже пролетел. Ну ладно, будем его теперь, может, повыше он залетит. В темную сторону не знаю, что получилось. Ну, в принципе, а что я буду? Давайте я сейчас наведу вам на Луну. Вы пока будете ее созерцать, а я... посмотрю, может, и получится что-то. Саня, я запись веду. Услышал? Нет, ты можешь подходить, просто не ляпни ничего матерного, по крайней мере. Я из-за этого прошу. Сейчас вот, видишь, светло очень на небе. Пролетает сейчас МКС. Вот сейчас где-то 10 угловых градусов. Это что ж будет? Ага. Сейчас я увеличу. Ой-ой-ой. Светочувствительность. Пока Луна пока проходит, я буду пытаться вот так сейчас по диагонали летит. Что, ну, должен где-то быть? Да он там есть, но просто видишь, небо очень светлое. Но я тебе скажу, туда, когда он более темное, можешь в окуляр посмотреть, только там не запись прямо сейчас идет. Вот сейчас красота. Он будет, сейчас он над югом будет пролетать. В принципе, он чуть-чуть сейчас восточнее, когда пролетит, небо там будет потемнее, есть шансы, что там... А что он, по идее, где-то возле Луны должен быть, да? Он сейчас пролетел мимо Луны, он довольно быстро несется. Вот это в реальном времени тебе, видишь, на телефоне, на смартфоне показываю. Угу. Вот Луна... А вот он, вот юг, юг у нас вот здесь. Угу. Вот здесь мы сейчас смотрим. Ну ты видел, как сегодня тяжело было днем Луну увидеть, да? Да, да. То есть это та же самая ерунда. На светлом фоне тебе тяжело вычленить оттенок. И вот как она быстро переместилась. Луна наша. Ну, надо тебя уже в помощники брать. Ты будешь за Луной следить, тебе пытаться МКС найти. Да, сейчас. Сейчас, секунду. Наведу еще. Я и солнце сейчас. Ух ты! Птички пролетели на Луне. Получилось прикольно. А мне так говорили, знаешь, снимаешь Луну, пролетает мышь летучая рядом с камерой. А в комментариях инопланетяне. Да, прикольно.
и стоит. Сейчас, подожди. Подожди, буквально минуту. Сейчас он залетит, когда я до этого стану. Восток. Где он может быть? Ты его так не увидел. Да нет, там вот, там. Добрая погодка хорошая. Вон он, ётаный бабай. Ёлки, сейчас не поймал. О, поймал! Ёханый бабай, поймал! Видишь, звезду там летит? Если честно, Макс, то нет. А, вижу, вижу. Вот это МКС. Сбылась мечта идиота называется. А что ты его вытеснял тут, а наш там? Ну как, он же, он за 8 минут перемещается с запада на восток. То есть я же тебе говорил, тогда, когда он был на западе, он был рядом с севшим солнцем, и поэтому слишком засвечен, его было не видно. А сейчас, когда он более темное небо, есть контрастность. Ну, даже там что-то видно, типа солнечных панелей, практически. Надо же. Ну, вот все, теперь он ушел. В дымку, да. Все, аллилуйя. Значит, 19 сентября 2023 год.